Итак, сегодня я расскажу о том, как изготавливал новый кузов для самодельной тележки. Старый развалился, как видно. Сделан был он из хлама. Новый я сварил из 15-й профтрубы квадратной. Вот он, новый кузов. Специально не обшивал его стенки для того, чтобы можно было перевозить бревна и сено. Ширина 500 мм, длина 1300 сверху, снизу 740, высота 350 мм. Вот уже кузов на самой телеге, он прикручен, колеса автомобильные, расположены на оси. Внутри ступицы от мотоцикла Иш.